Приветствую всех болельщиков. Вновь каждую среду мы говорим о спорте. И сегодня у нас необычная тема, потому что на дворе уже практически лето. Будем говорить о Юрмале, пляже и о регби. Как это все совместить? Оказывается, в нашей стране развивается пляжный регби, играют даже девушки. Вот почему сегодня у меня в гостях президент регбиного клуба Юрмала Петрис Шнитников. Добрый вечер, Петрис. Я знаю, что вы являетесь и членом правления Латвийской федерации регби. Так что регби – это ваша жизнь, ваше поле деятельности. Я думаю, что мы сегодня интересно поговорим об этом виде спорта. Кстати, у меня в руках регбийный мяч. Он несколько меньшего размера, чем в классическом регби, но зато очень симпатичный, такой красивый, оранжевый. Насколько я понимаю, именно таким мячом играют на пляже в регби. Да, совершенно верно. Это мяч для пляжного регби. Но он такой легкий на самом деле, легче, чем обычный, наверное. Легче, да? легче, чем для классического регби. Совсем недавно наша сборная Латвии, это женская сборная Латвии по регби, вернулась из Испании. Я знаю, что наши девушки там заняли второе место. Вообще, судя по конкуренции, которая была на турнире в Мальорке, женский регби в Латвии на самом деле на высоком уровне. Это действительно так? Действительно. Там, участвовало 24 женские команды и 48 мужских. Это самый большой турнир по пляжному регби в Европе. И в конкуренции участвовали команды из стран, где регби является частью образовательной системы. То есть это и Англия, и Шотландия, и Уэльс, Ирландия, Испания. И поэтому путь к финалу у наших девушек был очень сложен. Да? То есть достаточно тяжело пришлось девушкам, но вышли в финал, тем не менее. Как вы можете объяснить, что все-таки женский регби, на самом деле, не самый такой женский вид спорта, но у нас развивается. В частности, ваш регбийный клуб Юрмала тоже имеет и женские группы. Насколько велика популярность регби среди слабого пола? Вы знаете, я не могу сказать, что она сейчас очень велика, эта популярность, но любая девушка в любом возрасте, которая попала, уже начала играть в регби, она будет играть, и это будет уже ее часть ее жизни. Потому что если взять вот этот состав, который был сейчас в Испании, скажем, с этим составом мы работаем уже на протяжении 5 лет. И до этого они дважды становились чемпионками России по пляжному регби. Даже в России? В России, да. Они были сильнейшими 2 года подряд. В прошлом году они этот турнир на Мальорке выиграли. И состав практически не поменялся в течение 5 лет. Но, насколько я понимаю, все равно, чтобы прийти в женскую регбийную команду, нужно иметь бэкграунд, то есть обладать какой-то базой, физической подготовкой. Вот так просто с улицы любой девушке нельзя прийти и начать играть в регби. Все-таки нужна подготовка. Если, как правило? Как правило, да. Если это происходит в таком относительно зрелом возрасте, то есть, если девушка хочет играть во взрослой команде, конечно, у нее должна быть какая-то физическая подготовка, потому что все-таки регби – это достаточно контактный вид спорта, требует и скоростных качеств, и физической силы, и очень важен, конечно, характер. То есть столкновение – это боль какая-то, да, хоть спортивная такая, но тем не менее боль. А в женском регби тоже, можно сказать, что-то жестко очень, потому что в мужском регби – это вообще очень жесткий вид спорта, по-настоящему мужской. А в женском регби есть какие-то отличия в правилах от мужского регби, скажем? Абсолютно нет. То есть все то же самое? Все то же самое, абсолютно то же самое. И если взять вот эти разновидности, о которых мы говорим, в пляжном регби, те же судьи, те же правила, что и у мужчин. И площадка поменьше все-таки, наверное, чем в классическом регби в любом случае. Да, она поменьше значительно. Но я имею в виду сейчас по поводу девушек и женщин. Да. Если же изначально в 9 лет приходят девочки, то есть мы набираем девочек с 9 лет, то если девочка приходит в 9 лет, то ее уже начинают готовить, исходя из тех качеств, которые нужны регбистке. Я знаю, что регбийный клуб Юрмала один из немногих в нашей стране, в котором занимаются буквально все возрастные группы. Да? То есть у вас есть и группы мальчиков, и детские группы, скажем так, и взрослая команда, которая выступает в чемпионате Латвии. Родители часто спрашивают, с какого возраста можно ребенка отдавать в регби, скажем. Все-таки вид спорта, еще раз подчеркну, очень жесткий и силовой. Ребенка можно отдать в регби с 9 лет. Да, то есть, чтобы родители не пугались, и не пугались не сами дети, это не значит, что если ребенок пришел в 9 лет в регби, его сразу же начнут как-то, прессовать или бить, или толкать.
вначале идет физическая подготовка. То есть ребенка готовят. Готовят к играм, готовят в том числе и психологически. Вот. И потом уже, начиная с 11 лет, начинаются первые соревнования, первые игры и первые тогда уже такие контакты. И причем девочки вместе с мальчиками тренируются вот эти первые там 2 года. Угу. Да. Вот. И потом уже ребенок, и в том числе родители, они уже поймут, там, надо это ребенку или не надо. Но тот, кто остается в регби, он уже будет там... Ну, там... Надолго. Надолго, да. Это уже до конца. Патрис, такой вопрос. Где болельщик наш в Латвии может познакомиться с пляжным регби? Я знаю, что в этом сезоне календарь тоже достаточно насыщенный. Будет в Риге очень крупный турнир. Расскажите поподробнее об этом. Значит, ну... Первые соревнования детские, они пройдут в Юрмале, где пляжный вид, центр пляжных видов спорта. Ну, это в Майере. В Майере, да. Это 11 июня пройдет чемпионат Латвии среди возрастных групп 11-13 лет. Это открытый чемпионат Латвии, то есть там участвуют еще литовские клубы. Значит, 17 июня. Это 15-17 лет возрастные группы, опять-таки открытый чемпионат. И каждый год уже туда приезжают литовские клубы. 27 июля это чемпионат Латвии среди девочек до 18 лет. 19 августа будет открытый чемпионат Латвии по пляжному регби среди мужчин и вот, ну, женщин-девушек. Да. Он... будет на Кипселе в Риге. Это будет достаточно большое мероприятие спортивное. Если вот взять прошлый год, то приезжали команды опять-таки из Литвы, женские команды из Белоруссии. Это достаточно такой большой турнир, праздник. Он, как правило, проходит на День города. Вот. 22 и 23 июля в Москве пройдет первый чемпионат официальной Европы по пляжному регби, где будет участвовать сборная Латвии по пляжному регби девушек. Вот это та, как раз, которая участвовала на Майорке, которая прошла уже подготовку. Вообще, если говорить об инфраструктуре, то, насколько я понимаю, у нас пляжный регби может быть только либо в Юрмале на пляже, либо на Кипселе. Так получается, да? Ну, знаете, не совсем так, потому что, скажем, 20 мая в этом году Валмера регби-клуб «Феникс» пригласила, скажем, всех участников на пляжный турнир в Стренче. То есть в пляжный регби можно играть везде, где есть условия для этого и где местные органы управления позволяют играть. Да, то есть в чем он отличается от классического регби? Там, ну, не требуется, скажем, таких условий дополнительных. Там не нужны ворота, не нужна трава, не нужно специальное снаряжение в виде бутс. Да, там. Поэтому проводить такие турниры намного проще. И, скажем, разыграть турнир там, из 10 там, или 12 команд, там тот же чемпионат Латвии, можно сыграть за один день. Вот, в этом есть его, скажем, отличие тоже от классического регби. Как у нас обстоят дела вот в Юрмале, в частности, с регби, с тренерами? Да? Насколько я понимаю, там даже есть специалисты, у которых есть ставки. В этом плане картина более-менее нормальная у нас сегодня. Да, знаете, получается так, что в Юрмале при спортшколе есть ставки тренеров. И, скажем, один из наших таких ведущих тренеров – это Кристиан Аветенш. Он недавно получил образование спортивного психолога. В общем-то, он занимается детьми. То есть это квалифицированный специалист? Квалифицированный специалист, абсолютно, да. И там им очень довольны, и родители, и с удовольствием к нему на тренировки ходят дети. Это что касается детских команд. Угу. Вот. Значит, что касается... взрослой команды. Со взрослой командой работает литовский специалист. Все-таки мы к литовцам вновь обращаемся за помощью. Так получается, так сложилось. Ну, так получилось, да. Ну, потому что меня со Свайюнасом Микальчусом связывают там, долгие годы дружбы там, спортивной, когда-то мы были соперниками на поле. Вот. Угу. Сейчас стали друзьями. Вот. И он охотно согласился помочь значит, нашей команде. Вот, ну, молодой команде, да, тренировать. Ну да, но я слышал, что, скажем, регбийный клуб Юрмал, это уже, скажем, конкурент нашим признанным лидерам и Ливонии, и местникам. Так что, в любом случае, для чемпионата страны появление такой команды, которая на самом деле молодая, вот ваша команда Юрмал, это большой плюс, как мне кажется.
Ну, конечно, мы будем стараться. Цели у нас амбициозные. Скажем, мы прошли зимой определенный цикл физической подготовки. Там у нас есть тренер по физической подготовке, там Владимир Шнитников. Он создал такую, скажем, базу команде для, по физической подготовке. Сейчас вот Своюнас Микальчус работает с командой в плане техники, вот, в плане какой-то такой функциональной подготовки. Ну, скажем, команда настроена действительно, да, дать бой лидерам. Вот, ну, по крайней мере, будем к этому стремиться. И в конце нашего разговора такой общий вопрос. Петрис, вы являетесь членом правления Федерации регби. Сами были в прошлом регбистом, посвятили этому виду спорта всю свою жизнь. Сегодня на ваших плечах регбийный клуб Юрмала. Как вы в целом оцениваете уровень регби в Латвии? Потому что, с одной стороны, у нас есть интересные команды, самобытные игроки. Но, с другой стороны, все-таки у нас это любительский вид спорта, поэтому рассчитывать на какие-то большие победы не приходится. В каком состоянии сегодня регби Латвии? Ну, знаете, он, правильно, как вы сказали, это любительский вид спорта в первую очередь. В состоянии, ну, я бы сказал, в нормальном. Это вот самое такое сейчас, я думаю, точное будет определение. Потому что команда сейчас обыгрывает, скажем, своих соперников ближайших. Ну, сборная Латвии, имеется. Сборная, да. Латвии, да. Обыграла вот недавно Швецию. Шведов, это, да, я считаю, довольно-таки большое достижение. Вот. И, в общем-то, ну, я думаю, что на уровне вот этих команд любительских сборная Латвии на сегодняшний день и вообще регби в Латвии выглядит, ну, достойно. Достойно, скажем. Ну, будем надеяться, что у латвийского регби все-таки светлое будущее, тем более, что у нас, мне кажется, есть энтузиасты, которые занимаются видом спорта, есть команды, есть неплохие игроки. Я думаю, что все будет в порядке. Не так ли, Петрис? Ну, мы все делаем для этого, стараемся. Хорошо, большое спасибо. Напомню, что сегодня мы говорили о латвийском регби вообще, в частности, о пляжном регби, тоже очень интересный вид спорта, о женщинах в регби. И сегодня у меня в гостях был президент регбийного клуба Юрмала и член правления Латвийской федерации регби Петрис Шнитников. Большое спасибо, Петрис. Спасибо. Ну, а наша программа продолжается. Не переключайтесь.